Бля, иди сюда. Вторая международная научная конференция в деревне Старая Пустынь. Сегодня тема доклада будет «История искусств». Первый участник Юлия Кононова, Калифорния, США. Так, сегодня вам расскажу о Генрих Цилле. Кто? Генрих Цилле. Я тут слышу. Громче можно. Теперь, сейчас я вам буду... Будете посмотреть на копию картины Генриха Цилле «Рабочий», которую я нарисовала. Его семья в детстве зарабатывала на самодельных игрушках. В 1872 году Цилле учился литографии и два раза в неделю в рисовательной школе. В 1877 году он работал в фотообществе. Цилле кончил фотообщество в 1871 году. Его называли папаша Цилле. Он жил в бедной квартире. Цилле приходилось трудиться в рисовании, потому что у него не было, наверное, таланта. Он стал членом академии в 1824 году. Его рисунки стали популярны в его последние годы жизни. Его картины стали известны, потому что газеты «Юген» и «Симплицимус» печатали его картины. Он умер 10 августа 1929 года. Его похоронили на кладбище в Штансфорде. Вот его памятник. Пусти по рядам. Ладно, мы посмотрим. Ага, передавай. Давай дальше рассказываем. Все. Ой, как кратко и хорошо. А как мне еще передать и не перелистывайте, пожалуйста, страницу. Вопросы можно? Да, теперь можно задать докладчику вопрос. А что он рисовал? Картину рисовал. А что? Ну что было его основными сюжетами в картине? Нет, он там не рисовал. Расскажи. Природу или людей. Или природу, да. Да, в основном он людей. Портреты, значит, портреты. Не, он и людей, и... Церкви из жизни, да? Он обычно людей. Дайте ответить. Юль, покажи пример. Про вот эту картину. График, да. Это графика, да? Да, не всем. Слепая, на артиста, да? Сценки из жизни, я бы сказала. Бедных людей, из жизни бедных людей я рисовал. Потому что я помню такая книжка, у дедушки, да, эта книжка была. Да, из шкафа книга. Да. Когда-то в коммунизм был, ладно, социализм. Можете пройти через книжку и посмотреть картинки. Я там не знаю. А это смотреть сама... картинки можете. Картины Цилле. Там все картинки, те, которые назвал Цилле. Можно вопрос, а что это написано на доске? Хорошо, я сейчас переведу. Это название нашей школы. Я могу помочь. И как же она переводится? Ты попробуй написать. Это имя школы. Чу большое «э». Все же у вас большие буквы. И они делают из него больного. А эти чипсы и все это дают. Что дать? Мандаринчики есть? А где? Так нехорошо! Еще и убегать из комнаты, когда ты убегаешь. Юлия, ругайся, докладчики не ругаются. Юлия, ругается только организатор, Саша, но вас же на камеру снимает. Кэфрин Хьюз. Кэфрин Хьюз. По-русски написано. Юль, в каком году родился Цилле? Не рычи мне. Родился в 1848 году. Я запомнил. Ага, молодец. А умер в 1929 году.
Еще вопросы есть? Если он был неталантливый, как же выбрали в Академию наук, в Академию художеств? Ну, не знаю, он просто работал. И стал талантливым. Ну да. Да. А почему думаешь, что он был неталантливым? Это предположение. Ну потому что много работал, да. Бабуль, почему ты думаешь, что это он был неталантливый? Может быть, он для себя жизнь зарабатывал? Вчера она хорошо. Она, может быть, не знает. А может, потому что мы смеемся. Кстати, да. Как громко смеется. Мы заметили.